Приветствую вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре пневматическая винтовка Hatsan 33TR. В комплекте поставки нас ожидает сама винтовка, усиленная пружина и руководство по эксплуатации. Эта пружина – поршневая винтовка переломного типа. Взводится и заряжается она путем перелома ствола. Ложе и приклад изготовлены из прочного пластика, который окрашен в черный цвет. Это практично и весьма удобно, а также позволило слегка снизить вес конструкции. Весит винтовка 2 кг 900 грамм, при этом ее длина составляет 1050 мм. Нарезной ствол, ствольная коробка и внутренние механизмы изготовлены из оружейной стали. Также они имеют покрытие воронением, что предотвращает их от коррозии. Затыльник приклада резиновый, это позволяет снизить отдачу. Также на прикладе имеется удобный двусторонний подсчетчик. Дульная энергия достигает 7,5 джоулей. При этом со стандартной пружиной скорость вылета пули достигает 190 метров в секунду, а при установке усиленной пружины можно добиться показателя в 300 метров в секунду. Таким образом, эта винтовка подойдет как для развлекательной стрельбы, так и для охоты. Стандартное прицельное приспособление здесь – это мушка и регулируемая прицельная планка. При этом они оснащены фиброоптическими нитями, облегчающими прицеливание при недостатке освещения, а также на темных объектах. Также винтовка оснащается автоматическим предохранителем, что делает ее использование максимально безопасным. Приобрести эту винтовку вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был СССР Gun.ru. До новых встреч!